Привет, друзья! Меня зовут Виктор. В этом видео разберем очередную посылочку с AliExpress. Правда, на этот раз не из Китая, а из Эстонии приехала. Здесь у меня Lightbox или Softbox, как его еще называют, для макросъемки. За эту покупку хочу сказать спасибо каналу Scale Journal. Именно там я увидел обзор подобного Softbox'а и там же увидел ссылку на AliExpress. И утвердился в мысли, что он мне все-таки нужен. И по той цене, по которой он предлагается именно на этом сайте, он меня более чем устроил. Так что посмотрим, что же ко мне приехало. На удивление компактный сверток. Такая интересная сумочка. А внутри у нас несколько тканей и, собственно, сам бокс. Итак, я развернул пакетики. Здесь у нас цветные ткани для фото. Надо будет их еще прогладить предварительно. Итак, это черная ткань. Вот уже вот на фотографии видно, как замечательно все смотрится. Есть такая матовая, как бы бархатная поверхность, и есть более глянцевая. Далее следующая ткань, темно-синий цвет, очень глубокий, насыщенный, очень красивый цвет. И также здесь бархат и глянец. Далее красный цвет. Думаю, тоже пригодится для некоторых работ. Выглядит просто прекрасно. И точно так же две стороны. Так, и в отдельном пакете была белая ткань. Скажем так, ткань по умолчанию. Тоже, вероятно, у нее две стороны. Хотя на белой это не особо заметно, где бархат, где глянец. Рассмотрим сам Lightbox. Так, развернулся он самостоятельно, практически мгновенно, как только я достал его из пакетика. И по своей конструкции напоминает мне палатку, которая у меня когда-то была. Тоже такие гибкие прутья образуют его каркас. Так, кстати, размеры, по-моему, 50 на 50 на 50 я заказывал. Сейчас померяю. Так, вот на мне линейка. Действительно, почти 50. Ну, по крайней мере, если судить по рамке. Давайте его раскроем. Вот такой вот большой куб получился. На столе он у меня практически не помещается. Но я думаю, когда уже проглажу все фоны, сниму такой вот тест-драйв этого куба. Посмотрим, насколько хорошо в нем получается освещение и насколько мало там теней. Вот так вот эта конструкция выглядит изнутри. Ну, в общем-то, все здесь устанавливается на липучках, все фоны. И впереди еще есть такая дверца. Дверца с отверстием. Вот с отверстием для фотоаппарата, для того, чтобы уж исключить вообще всякое постороннее освещение, ну или какую-то тень в кадре. Ну и давайте я напоследок продемонстрирую его наглядно размеры. Вот самая крупная модель, наверное, которая у меня сейчас есть, это DeLorean в 24 масштабе. И вот, как вы можете видеть, он здесь очень хорошо себя чувствует. Ну, конечно, 40 на 40 был бы для него тесноват. Ну, а 60 на 60 слишком велик для моего стола, ну и вообще, наверное, для моих целей. Вот если сравнить с 43-м масштабом,
Так 43-й здесь вообще идеально смотрится. Ну что ж, подводя итог, хочу сказать, что покупкой я доволен. Замечательный лайтбокс. Я думаю, будет очень удобно с его помощью делать макросъемку, макросъемку моделей. Ну и кроме того, качество должно значительно повыситься. Все-таки, как ни крути, с цветными ватманами получается гораздо хуже. Ну и плюс глянцевая и матовая поверхность тоже в своем чередовании таком могут создать очень интересный фон, и можно будет подобрать для каждой определенной модели, для каждой определенной работы какой-то свой уникальный фон, который наиболее подчеркнет ее. Знаете, я бы еще в комплект к этому лайтбоксу добавлял бы ярко-зеленый фон, который используется в кино для последующего наложения компьютерных эффектов. Как раз было бы здорово отснять модель, а потом в фотошопе уже с легкостью подставить какой-нибудь задник. Но я думаю, такую ткань я закажу где-нибудь в магазине, найду, постараюсь ее тоже использовать. Подводя итог, хочу сказать, что покупкой я доволен. Угадал я с размерами, потому что беспокоился, брать ли мне большой, маленький, но все-таки решил взять средний и не прогадал. Доволен его качеством, комплектацией, так что рекомендую всем, кто хочет качественно снимать свои модели, приобретать такую вещь. Как раз на Алиэкспрессе цены очень выгодные, так что ради качества ваших фото, я думаю, стоит иметь у себя такой вот гаджет. Ну а на этом я свой обзор заканчиваю. Надеюсь, он оказался вам полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.